Боевики подорвались на своей мине и привычно обвинили ВСУ. Враг пытается выдать потери от неосторожного обращения с оружием за обстрел с украинской стороны, пишут в штабе АОС. В районе Новой Ласты на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль боевиков подорвался на мине, которую заложили сами же оккупанты. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Об этом, по словам пресс-центра АОС, рассказали мирные жители, вынужденные проживать на оккупированной территории. Противник в очередной раз попробовал использовать свои потери от неосторожного обращения с оружием для дискредитации сил АОС. Один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию, что якобы санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ ехал оказывать медицинскую помощь больному ребенку и был обстрелян противотанковой ракетой с украинской стороны, сообщает штаб АОС. В штабе утверждают, что в местности, где якобы произошел обстрел, около 300 метров от опорного пункта противника, уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми. Также вчера на этом участке объединенные силы не вели боевых действий и никаких пусков ТКК не осуществляли. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.